Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла, цепи на ногах. Цепи. Хорошо. Берем Ингриду в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ингриды поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Цепь тяжелая. Мешает подниматься? Мы поднялись уже на месте. Хорошо. Мы приветствуем Ингриду. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Она хочет избавиться, освободиться от всего. Хорошо. Сканер. Просканируйте цепи, отключи их полностью, как они выйдут из биополя. Силой моего намерения они отправляются в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Они серебряного цвета. Очень похожи мне на кого-то по имени Джин. Не в клетке. Хорошо. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ингриды под ногами. 360 градусов вокруг нее. Все 7 тонких тел Ингриды находят все. Арахноид. Арахноид. Это из дома. Да. Синий дракон. Синий дракон. Мимикрирует? Нет, здесь понятно все. Сейчас, секунду. Инкуб, джин и демон. Не демон, бес. Сколько у беса герц? 8. Хорошо, считай цифру у джина над головой. 37.82. Твои цепи? Мои и он. Он очень далеко идет с этими цепями. От нее. Никак это объяснить? Студия, кабинет, там, где он находится. За эти цепи он ее крепко держит. То есть ты держишь и в студии, и в ней ты, и, скорее цепями. Всего, еще и в доме, да? В доме нет. А, хорошо. А жена почему так воздействуешь? Она тебя что, просила об этом? У нее были какие-то желания. Она призывала джина прийти и одеть ей цепи в обмен на золотые монеты. Конечно же, не так. Так это не происходит. Никто не зовет джина. Давай в этом конкретном случае объясни мне твое присутствие, чтобы я понял. Но перед тем, как ты начнешь отвечать, мы начнем сразу. С реверса энергии у тебя будет время мне все объяснить. Даю команду тонкой копии Ингриды спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо, Джин, я тебя слушаю. Сколько ты находился в этом биополе? Первый вопрос. 7 лет. 7 лет. Хорошо. На что ты зашел конкретно? С какой вещью попал? Как это было? Меня интересуют человеческие слабости. Он зашел на качество зарабатывать деньги. Он показывает, как он первое кольцо на щиколотку ставит. Потом второе. Наблюдает и двигается. Так он удлиняет цепь, притягивает ее. Понятно. 7 лет. Хорошо. Сколько находился бес в этом биополе? 4 года. Ты где зашел? В доме? В доме зашел. Через порталы, да? Да. Ты один там или еще кто-то есть? В доме я один. Хорошо. Почему я спрашиваю? Я сегодня и дом буду чистить. Поэтому... А на земельном участке там, конечно, демон гуляет, да? Да, есть. Хорошо. Тогда я тебе соберу, могу предложить тебе весь негатив в этом доме. Ты мне просто покажешь все порталы. Я после чистки отпущу тебя в дом. Ты соберешь все, что ты там оставил. И после этого покажешь мне порталы. Я соберу тебе весь негатив, который насобирался в этом доме. Тебя устраивает этот вариант? Устраивает. А лярвы есть в ее биополе, без? Есть. Где? Горло и грудь. Горло и грудь. Хорошо, ты мне расскажешь чуть попозже о лярвах. Я полагаю, ты хочешь их получить, да? Хочу, что там рассказывать о драконе, спроси. Хорошо, до дракона мы еще дойдем. Как с реверсом, Вера? Закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Ингрида забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Ингрида себе обратно. На хозяйка всех своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз.
Инкуб, сколько ты присутствовал в этом биополе? 5 лет присутствую. 5 лет. Хорошо. Синий дракон. Какой у нас синий дракон? Вера, считай цифры над головой. 32-22. Хорошо. Синий дракон. Сколько твое присутствие длится? Давно мы с ней сотрудничаем. 15 лет. У тебя контракт есть? Нет. Обоюдный договор. Объясни мне с этого момента подробнее. Мне еще бес говорил за какую-то лярву на его горле, и то, что ты можешь ее объяснить. Конструкция итак, у меня там. Хорошо. Как ты воздействовал на нее 15 лет? Что, каким действием ты ее подвергал? Что она исполняла? И что ты получал? Шар у меня там. Крутится шар. Крутится она во все стороны. Хватая за все подряд. И не доводя ничего до конца? Ты это хочешь сказать или как? Хватаясь за все подряд. Или не рассчитывает свои силы? Вырабатывает энергию. Вкладывает в свои действия. У нее действия тебе, во всяком случае, получается или ты их тормозишь? Получается. То усталость есть остается. Остается усталость. То есть поэтому у нее случился вот этот огромный отток энергии, от которого она очень страдает. Или это связано с платами, которые ты установил в доме? Это все вместе, в гармонии. Я не знаю, почему ты здесь слово «гармония» употребил, потому что здесь гармонии никакой нет. Скорее для меня это гармония. Для нас это дисгармония. Хорошо. И арахноид. Сколько ты находился в этом биополе? 12 лет. Понятно. Ты пришел из дома, правильно? Или где-то раньше еще подцепился? Он показывает, как он в помещении да. На ниточке спустился к ней. И остался на минуточку на 12 лет. Хорошо. Ты в доме присутствуешь, арахноид? Присутствую. Итак, у нас арахноид в доме присутствует, бес присутствует, джин присутствует. Нет, джин не присутствует. Джин присутствует в этом, вот, там, где она работает, да? По студии, он сказал. Студия, все правильно. Хорошо. И синий дракон у нас присутствует в доме. Хорошо, джин не присутствует. Дело в том, что у нас нет сегодня заказа на чистку студии джин. Но я тебе рекомендую, после того, как я тебя отпущу, первый раз я отпускаю, добровольно всю пыль убрать от этой студии. Потому что если заказ поступит завтра, я приду в эту студию через 10 минут. Если я тебя там обнаружу, я это пойму как... Могу не так понять. Если я пойму это немножко не так, то тебе будет больно. Если ты не хочешь потерять все свои золотые монеты и все свои магические украшения, я думаю, ты меня услышишь. Уже услышал. Хорошо. Как с реверсом, Верочка, закончился? Тогда начинаем сейчас арахноида. Арахноид, выходи. Отключайся полностью, вытаскивай все свои иголки, которые ты там оставил, всю паутину. Ничего не забывай, возвращайся назад в клетку, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке, чего я вам не желаю, но я вас предупредил. У нее на голове как корзина сплетена такая из паутины. Хорошо, какая функция этой корзины, арахноид? Там он находился. Такое ласточки на гнездо, да? Да. Сколько энергии ты у нее воровал, арахноид, в процентах из 100? 30. 30, хорошо. Сколько дракон забирал себе из 100? Мы забирали с разных. Чакры, я понимаю. Энергетических центров. 35. 35. Какие центры ты атаковал? Что это было? Сердечная чакра или... Сердце. И горловая. Сердце и горло. Понятно, хорошо. Арахноид закончил. Хорошо. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, снимай свои платы, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. У нее в горловой чакре стоит вот этот шар, про который он говорит. Такой шар бывает в воде, который крутится. Да, я знаю. Вот он тоже крутится под воздействием воздуха. И какая функция, что случалось с ней, когда этот шар работал? Переключались мысли с одной на другую. Ну, я думаю, это состояние должно быть знакомо Ингриде. Все снял дракон. Хорошо, инкуб, твоя очередь, выходи, отключайся полностью, снимай все, что оставил в ее биополе, возвращайся назад. Готово.
Хорошо. Джину выходить не надо. Собирай свою пыль, все, что ты оставил в ее биополе, кольца свои, все, что у тебя там есть, отключайся полностью. Приступай. Готово. Пыли у него мало. Все было в цепях. В цепях, как он говорит, да. Хорошо, бес. Твоя очередь. Выходи, отключайся полностью на месте, доложи, что ты все снял. Приступай. Колени, в области колени он снимает оттуда. Начали рвано сердечной чакре и в горле, да? Между ними. Между ними, хорошо. Ты снял. Разрешайте забрать все лярвы. Снимай, ничего не забывай, возвращайся назад. Готово. Хорошо, мы все сняли. Даю команду на рассинхронизацию Ингриды с арахноидом, джином, его цепями, инкубом, синим драконом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. С нее как пленка еще какая-то уходит к ним. А как? Разных чакр. А чья это пленка? Рассинхронизация, недолго были. Понятно, конечно, да. Там долгожители. Готово. Хорошо. Включаю внутренний белосвет Ингриди. Этим светом она выдалит из себя все негативное патогены низковибрационное, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Остается 100% чистой энергии Ингриды. Готово. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Иду команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все сняли. Подхожу к Ингриде, помогаю ей моей энергии отстегнуть все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро. И они уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Бес, хочешь получить эмоциональный фантом? Да. Тогда назовешь мне из перечисленных мною сейчас частот те, которые являются основными, из чего все вытекает. Все понятно? Понятно. Выходит эмоциональный фантом Ингрида. 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию злости. Генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Серый вышел фантом. Серый. Хорошо, Ингрида, эти энергии вы сами сгенерировали. Тут вам уже никто не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Хотите ли вы этого? Сворачиваете энергии в шар. Бес забираешь? Забирает. Отправляй бесу и слушай тебя. Красок там нет, серое все, грусть, рутина. Ищет красок, но внутри серость. Понятно. А что внутри, то и выдает наружу. То есть наружу. Все верно. Хорошо, вопроса больше нет. Буду отпускать. Первый уходит у нас инкуб. Инкуб, ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, Джин, ты в квартире не присутствовал. Что касается студии, я тебе сказал уже. Ты меня услышал. Готов уходить? Он смотрит на цепи. Нет, они останутся здесь. Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. 1, 2, 3. Джин уходит на свою частоту. Цепи остаются в клетке. Под цепями закрывая, печатай, растворяй. Под цепями открываю воронку в галактическое ядро и уходит на переработку. Закрывая, печатай, растворяй. Готово. Арахноид, синий дракон и бес. Я сейчас открою портал, вы уйдете в дом, соберете все, что вы там оставили. Дождайтесь меня, я прихожу, проверяю. С бесом, как договорились, и потом отпускаю вас на вашу частоту. Вам все понятно? Понятно. Открывается портал в дом Ингрида. 1, 2, 3. Арахноид, синий дракон уходит в этот портал. И бес уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Бес не пойдет в этот портал. Хорошо, закрываю, печатаю, растворяю. Открываю отдельный портал для беса в дом. 1, 2, 3. И бес уходит отдельно в этот портал. Говорить хочешь, чтобы моя шкурка поджарилась? Нет, не хочу. Готово. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. У нас все забрали и ушли. Клетка должна быть пустая, правильно? Да. Поехали по частотам. Готово.
синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ингрида, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Чувствую легко. Энергии яркие и разноцветные. Очень нравится это состояние. После сеанса вы должны будете заправлять себя энергиями, сбрасывать негатив, чтобы это не накапливалось у вас. Это единственный правильный путь, который может, так сказать, гарантировать вам, что вы останетесь чистой после этой чистки. Наш администратор после сеанса перешлет вам рекомендации, о которых я говорил, как заправлять себя энергиями. Чтение манифеста важно, безусловно, но это не является той защитой, о которой я говорю. Ваша защита – это ваши энергии, ваши защитные поля. Они, соответственно, заправляются энергиями. Кроме того, вам надо работать будет с этими энергиями, со своими родными энергиями. Вот, по возможности понять, откуда вы, если получится, если нет, вы можете пригласить куратора, и он ответит с удовольствием на ваши 10 вопросов. Хорошо, мы закончили. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую купи Ингрида в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, отключаемся от объекта. Дом ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью дома Ингриды. 1, 2, 3. Ты стоишь перед дверью. Я стою. 3. Пошел процесс. Входи в дом. В зале возле камина клетка установилась. Хорошо. Арахноид, синий дракон, бес? Здесь есть рептилоид. А как же? Два грея. Два грея, хорошо. Три воронки. Три воронки. Неупокоенная душа. Неупокоенная душа. Ну, достаточно, я думаю, уже. Под воронками открывается портал в галактическое ядро, и эти три воронки уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Арахноид, ты все собрал? Да. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синий дракон, что ты больше никогда не придешь ни в этот дом, ни к этим людям, ни к этому человеку. Даю слово. Готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Рептилоид с греями, как долго вы находитесь в этом доме? 1 год и 8 месяцев. Цель подключки? Забор энергии. Понятно. Во сне забирали или весь день? В любое время. Понятно. Где стояли ваши конструкции, платы? Зал спальни. Хорошо. Грей, выходите, снимайте, собирайте все, что вы оставили в этом доме. Ничего не забывайте, отключайтесь полностью, возвращайтесь назад. Это кухня, на кухне у них больше. На кухне. Ну, скорее, возможно, там люди собираются, поэтому есть возможность больше энергии собрать. Готово. Первый раз я отпускаю рептилоид с Греями, второй раз наказываю. Вы все поняли. Готовы уходить? Готово. Открывается наверху два портала, один на чистоте рептилоидов, один на чистоте греев. Грей уходит в свой портал, забирает все, что принесли, рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Есть. Неупокоенная душа, представься, пожалуйста, как тебе обращаться? Эльвира. Эльвира. Хорошо, Эльвира. Как давно ты закончила свой земной путь? Почему не ушла? В каком возрасте закончила? 45 лет. Болезнь? В 2022. Совсем недавно, понятно. Что там было, болезнь у тебя или несчастный случай? Нет, машина сбила. Понятно. А сразу не ушла, почему? Не поняла или хотела посмотреть, что там? Не хотела уходить. А сейчас поняла, да? Сейчас поняла бессмысленность. Жизнь закончена здесь и нужно двигаться дальше. Абсолютно верно, Эльвира. Какой бы опыт здесь не был на Земле, всегда нужно двигаться дальше. И ты абсолютно в правильном месте. Ты специально пришла сюда, чтобы мы открыли тебе портал, правильно?
Искала. Хорошо, ты нашла. Мы это делаем. Ты готова уходить? Готова. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Эльвира уходит в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее знали и любили по ту сторону, встречает ее. А мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Ей жаль уходить. Она повернулась в тело между мирами, между порталом и комнатой диагностики. Поблагодарила. Во благо. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. У нас бес остался. Бес, ты все свое собрал, да? Собрал, да. Пошли по дому, показывай мне портал, я их закрываю, после этого собираю тебе негатив. Пошли. Камин. Камин. Открываю под камином воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал вместе с фантомом и частицами портала уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Что-то часто камины становятся порталами, или это почти всегда? Без. Мы постоянно в каминах находим порталы. С чем это связано? Он не знает? Структурой, архитектурой. Чего? Дома? Или мироздания, или чего? Я про камины. Портал, который... И я про камины. Понятно. А структура чего? Камина. А от этого тоже может зависеть, откроется портал или нет? Да, я правильно тебя же понял? Энергии. Понятно, хорошо, действительно, я не знал об этом. Хорошо, пошли дальше. Кладовки, пол. Пол в кладовке. Он как по шахматный. Всему... Понял. По всему периметру пола в кладовке открываю воронку в галактическое ядро. И этот портал уходит вместе с фантомом портала и всеми частицами этого портала. Закрываю, печатаю, растворяю. Он говорит, что это нора. Нора. Готово. Ну, на твоем языке, а на моем это портал, правильно? Или нора для чего? Кто там прячется? Все, кто хочешь. Любая иллюзия. Ну да, хорошо. Пошли дальше. Мы идем наверх. Второй этаж, пошли. Спальня там. Здесь коридор. Коридор. Который уходит в спальню. Это портал полностью. Второй этаж. Вот так вот. Открывая по всему периметру в этом месте воронку в галактическое ядро. Этот портал уходит туда вместе с фантомом портала, частицами портала. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Готово. Дальше. Спальня. С большой кровати. Где, в каком месте? В стене внизу есть что-то. В этом месте, в стене внизу, открываю воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. Портал с фантомами и частицами портала улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Окно в спальне. По всему периметру этого окна в спальне открываю воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал с фантомом портала и частицами улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Это было такое боковое какое-то окно в крыше. Угу. Узкое. Понятно. В ванной портал, стеклянная стена. Внизу этой стены открываю воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И этот портал с фантомами частицами портала уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово, все. Хорошо. Так, мы все собрали. У нас там еще 2 животных. Начнем с кошки Зефиры. А на счет 3 появляется перед нами тонкая копия кошки Зефира. 1, 2, 3. Кошечка стоит перед нами. Да, есть. Хорошо, Зефира, мы пришли тебе помочь. Тебя тут обижают? Здесь много густых энергий. Она показывает, она тормозит в них. Ей нелегко разгребать их. Это энергии, которые от людей исходят, или это энергия от порталов? Потому что разные. Мы все... Они какие-то, она показывает, как тяжелые, томные. Она в них не может двигаться, как замирает в них, тормозится. Хорошо. Зефир, мы убрали всех интерферентов в этом доме, закрыли все порталы. Сейчас мы еще весь этот негатив соберем и решили тебя почистить. Включая внутренний белый свет Зефири 1, 2, 3. И этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Здесь немного что выходит, она чихает, и она показывает, что большой диапазон. От беса до... Космических. До рептилоида, да. Все верно. Еще и там дракон со своими платами. Конечно, ей трудно было с этими энергиями жить в одном доме. Вышел шар. Вот кошка одна из самых благодарных. Хорошо. Открывая под ним воронку в галактическое ядро.
Этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатаю, растворяю. И на счет 3 начинает поступать в макушку головы кошки зефиры. Необходимое количество ей кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. И частота вибрации поднимается до комфортного ей уровня. Пошел процесс. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, как ты себя сейчас чувствуешь, Зефира? Что-то не то, у нее просканирую ее. Доставай, у нее достаешь. Как голограмма какая-то. Что-то некомфортное еще. Хорошо, если присутствует голограмма в ее биополе, она выходит. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Если есть чужеродное, оно подсвечивается и выходит сила моего намерения. Да, есть голограмма у нее. Выходит, хорошо. Откуда голограмма у кошки? Ты знаешь Зефира? Космические ей установили. Да ты что? А какая цель этой подключки была? Изучение. Понятно. Ну, это рептилоиды Грей были. Я их не буду уже вытаскивать, я их отправил. Хорошо. Зефира, их больше нет. Этого больше не будет. Открывая под голограмму воронку в галактическое ядро, и эта голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Сейчас тебе комфортно? Да, она кружится вокруг себя, медленно показывает. Да, вижу, красиво. Скажи мне, ты хочешь что-то хозяйке передать? Может, тебе что-то есть пожелание? Может, тебе корм какой-то хочется? Я могу передать. Она не хочет допускать голограммы на себе. Я тебя понимаю. Мы это уже сделали, голограмм больше нет. И кроме того, мы еще поставим защиту на весь дом. То есть ты можешь здесь находиться безопасно. Больше никаких голограмм, никаких сущностей не будет. Это ей нравится. Отлично. Хорошо, возвращаем кошечку назад в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу каждой клеточки. Каждая извилинка головного мозга проходит полная синхронизация и гармонизация на всех уровнях. Готово. И на счет 3 появляется рядом перед нами тонкая копия собаки Турбо. 1, 2, 3. И Турбо стоит перед нами. Есть. Привет, Турбо. Мы пришли тебе помочь. На лапе капкан у него. На лапе капкан. Хорошо, снимай этот капкан с лапы. 1, 2, 3. Он выходит. Передняя правая лапа. Понял, хорошо. Вышло? Да. Открывая под капканом воронку в галактическое ядро, капкан уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Включая внутренний белый свет собаки Турбо. 1, 2, 3. И он выдавливает из себя все негативное патогенное низковибрационное чужеродное, находящееся в его биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, выдавливает все, и все, что выйдет, формируется перед ним шар. Животные ужасно страдают от этих интерферентов. Шар готов. Большой? Как меч. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И в макушку головы собаки Турбо начинает поступать необходимое количество ему собачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. И частота вибрации поднимается до комфортного уровня собаки. Пошел процесс. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Турбо. Как ты себя чувствуешь? Лайт. Доволен? Да. Ты хочешь что-то передать хозяйке? Может, тебе что-то хочется, я могу передать. Может, тебе что-то не нравится, я тоже могу передать. Говорит, что у нее на участке... Демон. Бегает, да. Турбо, мы почистим и участок, дом мы уже почистили, сейчас соберем весь негатив и поставим защитный купол, больше никто не будет бегать, я тебе обещаю. Доволен? Он очень доволен, потому что он защищает. И конечно. Это тоже в его сфере деятельности. Обязанности защищать тонкий мир. Так и есть. Хорошо, Турбо, я это все сделаю. Возвращаем тонкую копию Турбо в его систему биоробот-душа. Заводим, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. Хорошо. Бес все собрал, порталы мы закрыли, животных мы почистили. Даю команду на 4.